Развитие малого и среднего бизнеса в России – одна из основных задач, которые стоят перед государственными и региональными властями. Это не только поддержка уже работающих предпринимателей, но и помощь в открытии новых дел, консультации и упрощение бюрократических процессов. В этом помогают такие организации, как Дом предпринимателя или многофункциональный центр «Мой бизнес». Подобное отделение МФЦ как раз открылось в Симферополе. Дело в том, что предприниматели, они требуют такого индивидуального подхода, не потокового. Если гражданин может спокойно прийти в МФЦ, взять талончик, встать в электронную очередь и получить какую-то конкретную услугу, которая ему нужна, то предпринимателю, как правило, нужно не просто эту услугу получить, а ему еще очень часто нужно самому для себя разобраться, а это ли услуга или какая-то другая, получить консультацию. И поэтому этот центр, он будет направлен прежде всего на индивидуальную работу. МФЦ «Мой бизнес» предлагает 42 различных вида услуг. Среди них регистрация индивидуального предпринимательства или юридического лица, оформление лицензии, выдача разрешений на строительные работы и многое другое. В перспективе список предоставляемых услуг будет только расширяться, что сделает центр более универсальным и готовым к решению большего числа задач. Все для помощи бизнесменам в ведении дел. Все узко, что касается исключительно для юрлиц зарегистрироваться, подать какие-то свои документы, плюс еще услуги уполномоченного по правам предпринимателей, не услуги, а соглашения по взаимодействию. Мы планируем в будущем году проводить семинар обучения на базе нашего класса обучения. Для предпринимателей программа разрабатывается. В общем-то, думаю, мы до вас эту информацию донесем. Кроме бесплатных услуг для бизнесменов, МФЦ планирует запуск платных. Например, приезд специалистов центра в офис предпринимателя для решения всех вопросов на месте. Никита Егоров, Артур Чал и служба новостей ИТВ.